Приветствую, на связи Мамберс. И сегодня у нас немного необычный формат. Так сказать, уйдем немного в социальные эксперименты и проверим, сможет ли 15-летний парнишка, ну, хотя бы подумаем, что ему по легенде 15 лет, да, соблазнить взрослую, так сказать, формировавшуюся девушку. Будет очень интересно, и проверим, зайдет вам или нет. Так что без лишних слов, поехали! Данил, привет! Привет! Собственно, мы показали тебе фотографии этой девочки. Да. Она очень эффектная, с татуировочками, ну, харизматично выглядит на фотографии, как в реальности, я не знаю. Но мы решили модернизировать этот формат. Вы спросите, а как, а что мы сделали? А все на самом деле очень просто. Я попросил Данила, чтобы он сфотографировался дома на белом фоне, и я попросил... Скажем так, парниша плюс-минус выглядит на 15 лет. Да, такой, так сказать, преуспевающий в развитии мальчик, но сойдет. Для 15-летнего пацана точно сойдет. Просил своего дизайнера, чтобы он прифотошопил лицо и тело Данила к разным фотографиям. Там, где парни стоят у Ламборгини, у каких-то коттеджей, там, не знаю, в Дубаях и так далее. И мой дизайнер это все воплотил в реальность. Вот эти вот фотографии у вас сейчас здесь на экране. Как мне кажется, очень реалистично. И знаете что? Это нам позволило увеличить количество свайпов где-то примерно в 20-15 раз. То есть реально девочки более активно... И кто в этом даже не сомневался, конечно. Малышечка листает Тиндер, видит, деньги, тачки... Конечно, она хочет этого. Ей вообще насрать, сколько лет ему будет. Свайпали, и у нас получилось договориться с одной из девочек. Она сегодня будет у нас. Я вам говорю, показывал фотографии Данилу. Ну, да, как очень бы, эффектная да. девочка. Расскажи, пожалуйста, свои эмоции, впечатления, что же вообще в принципе от этого ролика. Потому что многие в комментариях пишут, блин, я хочу быть на его месте. А вот что, переживаешь, что не переживаешь? Немножко, да, переживаю, но все. Я рад, что вы меня пригласили и взяли на эту роль. Я вот не знаю, как он в своем возрасте будет соблазнять взрослую бабу. То есть, по сути... Если девушка уже заинтересована, да, она знает, что у нее есть бабки, она должна делать все сама. Поэтому пока что он застенчивый какой-то, да, я не вижу, чтобы он прям соблазнил ее. Поэтому, ну, ждем. Я надеюсь, ребята, все будет очень горячо, эффектно, и вам понравится этот контент. Но опять же, ребята, пожалуйста, лайк, любой комментарий. А сейчас будем расставлять камеры, ведь девочка уже в пути, буквально минут через 20 будет в этой квартире. Надеюсь, это будет реалистичная девочка, а не какой-то парень, потому что были разные случаи. В общем, расставляем камеры, дальше интересно. А пока давайте расставлять наши камеры. Итак, ребят, мы уже расставили наши камеры скрыто в видеонаблюдении, у меня в руке уже все видно. Ну что, Данил, давай удачи тебе. Надеюсь, что придет та девочка, которая у нас была на фотографии, потому что, ребята, напоминаю, не всегда девочки, которые оставляют фотографии в этих соцсетях, они реальны. Просто, может быть, как ты знаешь, там придет сейчас какой-нибудь там 50-летний дед, но, опять же, не знаю что. У нас тоже, между прочим, не совсем реальные фотографии. Напоминаю всем вам. Ребята, также, пожалуйста, поставьте этому ролику... Я прям вижу, как он стесняется, ну серьезно, такое застечивое его движение, так сказать, неестественное, вот, бля, прям интересно, что из этого получится. А сейчас давайте ближе к делу, именно к нашему ролику. В общем, Данила тебе уже рассказывал, что там будет комната, она по задумке будет родительская, как это обычно у нас в роликах происходит. В общем, туда ты ее не должен будешь пускать, а мы, в свою очередь, будем находиться здесь с Алексеем, прятаться, следить за всем происходящим. Опять же, я не знаю, что будет происходить. У нас был такой момент, когда и парень пришел к парню, да? Но у нас даже есть гардероб. Если что, мы сюда спрячемся, потому что, ребята, замок, который здесь, он не работает. Если она сюда захочет зайти, то мы будем здесь. В общем, будет очень интересно. Ждем девочку. А сейчас предлагаю вам немножко отвлечься. Ребят, существует много различных сопроводить время и ищет альтернативы дома. А сеть реальных игр, я думаю, к сайте, который, кстати, 15 тысяч, так, тысяч дарит 100 рублей в канал. С**уйтесь, и вы 50% и удачи. Я не знаю, что у него сейчас в голове происходит. Думает, что мне делать вообще? Ребята, мы уже списались с ней в телеграме, она уже в подъезде. Я очень надеюсь, что это не мужик и не парень, а какая-то вот сексапильная девочка. Приветик, проходи. Какой ты слабенький, слышишь? Так, эта девочка как добралась? Хорошо, жарко, так прям не могу. Слушай, у тебя есть кондиционер? Да, конечно. Угу. Включить? Конечно. Я уже хочу посмотреть, что это за малышка такая. Хорошо, без проблем. Да, сегодня жарко. Да, блин, ну,
фотографиях у меня не было таких вот голубых волос. Как твои дела вообще? Рассказывай. Как настроение? Чё за балай? Вы сейчас охренеете. Сажайся. Кстати, если тебе нужно руки помыть, можешь пройти. Он объективно меньше её. Я вообще не сомневаюсь, что ему 15 лет. Если он соблазнит эту малышку, я в ахуе просто буду. Можно водички? Да, хорошо, сейчас тебе принесу. Посмотри, как она выглядит, да? Прям вот пришла, прям вот на свидание, как говорится, в самый-самый сок. Смотри, поправляет, но она оделась очень откровенно. Пожалуйста. Как твои дела? Мои дела отлично. Твои как? Рассказывай. Хуя ты смелый какой! Чё-то сел, бля, такой! Ну, давай, нормально выглядишь, малая, ёбаный рот. Рассказывай, как она там, ёлки-палки. Да, вот была съемка сегодня. Да? Ты модель? Да, помните, я рассказывала. Это как тату-модель, то... Не, ну да, ты, конечно, ты яркая такая. Сразу да понятно по тебе, что ты чем-то увлекаешься модельным. Бля, вот прям чувствую, типа, мысль не закончена еще вот пока. Немножечко стесняется. Угу. Так, сюда положу, если еще захочешь. Говори. Что так скромненько? Скромненько? Я посмотрела такие фотки у тебя в Дубае, в Ламборджини. Наши фотографии из Дубая сработали, ребятки, видите? Ну, это одна из квартир, знаешь, поэтому я вообще не останавливаюсь на одной квартире, то есть я поживу недельку на одной, на другой, не задержусь, поэтому особо не акцентирую на этом внимание. Ну, судя по фоткам, у тебя такая... Она говорит, что вот эта квартира какая-то скромненькая. Ты серьезно? Ты хуй баба, ёброт. Жизнь яркая достаточно. Ну, да, интересная. Путешествую, гуляю, развлекаюсь, не напрягаюсь, знаешь. Вот, кстати... все, что надо. Фотки с Дубайска с тачками. Просто квартира хотя бы, блядь, белая, да? И просто сидишь и в уши ей слышишь то, что ты типа путешествуй, там, гольф, бейсбол, ёлки-палки, конный спорт, так сказать. Дрифчу еще иногда на своей Ламборджини, так что, так вот, скучненько живем. Ты даже сами можете проэкспериментировать, просто запостить все такие фотографии в профиль, и у вас намного больше свайпов будет. Вот мы с Данилом проверили, действительно работает. Откуда это все? Как это вообще? Ну, да, это не я сам заработал 15 лет на такое, а... То есть, вот, она уже знает, что ему 15 лет. Как она себя повезет, блядь, прям даже интересно. Ей на вид лет 25-27, но она прям такая крупненькая, да? Скажем так, она больше его. Конечно, у меня влиятельный папа, родители. У меня папа бизнесмен. У него там несколько сетей ресторанов. Иное дело, те девушки, которые будут вам писать, вопрос, вот какой целью они будут вам писать, да? Ну, это уже другой вариант. Мы с друзьями тусуемся постоянно, где-то отдыхаем, знаешь. Такая интересная жизнь. Постоянно путешествуем, куда-то едем. Ну, вот давайте скажем откровенно, он пока что не тянет на мажорика, да? Ну, типа, не тянет, слишком как-то застенчиво общается, ну, не понтуется даже. Очень круто, я тоже очень хочу, прям в Дубае. Мечта твоя такая маленькая, да? Да, еще не была, там было бы очень здорово. Ну, слушай, возможно... Побываешь, поедем, без проблем, конечно. Хорошо, хорошо. Опачки, опачки. Просто говоришь, бабки не проблема, малышечка, хоть завтра в Дубайск поедем. И уже сразу ручка потянулась, елки-палки, ну. Это, в принципе... Поскольку не против Дубая полететь, да, я тоже, может быть, полетел. Я, конечно, никогда не общалась, но вот мне было интересно, знаешь, устала от внимания взрослых мужчин. Он тут, смотрю, ты такой сладенький, вроде бы такой вот есть. Ну, то, что я хочу, я люблю роскошь, люблю вот это вот все. И вот меня притянуло, меня, в принципе, не смущает возраст. Возраст, да, не смущает. Тебе, кстати, смущает. Пизда! То есть она ему говорит, да, я люблю бабки, мне нравятся бабки, да? Я, можно сказать, шлюха, да? Вот, и мне вообще поебать, сколько тебе лет. Хоть 10, хоть 13, вообще похер. Сколько лет? 24.
24, ну, слушай, классно. 10 лет! Наверное... 10 лет, ну? Наверное, у тебя уже, ну, надоели, да? Они скучные, наверное, эти дяди. Хочется чего-то, такой яркие эмоции. Ну, понимаю, да. Поэтому... Ну, слушай, думаю, впереди. Я думаю, мы с тобой много чего можем достичь. Конечно, без проблем. Как у тебя модельное твое? Ой, слушай, я так люблю. Он даже слова не договаривает, у него построение предложений на уровне просто десятиклассника какого-то. Ну, даже какого десятиклассника? Семиклассника просто. А как у тебя мобильно? Что? И похуй. И видишь, она за счет того, она понимает, что у него бабки, ептвам, это похуй, как он разговаривает вообще. Люблю фотографироваться, вот это видео, эти тачки и так далее. У меня даже уже идея прям возникла, как я там возле машин. Я люблю ню снимать, чтобы у меня тело было очень... Попроси фотки. Красивое, да, тело. Многие пишут в комментариях постоянно: Макс, не убегай так рано, дай нам возможность насладиться и так далее. Сегодня, если что-то будет, я тоже постараюсь убежать не так рано, а чуть попозже. Но опять же, ребята, мы все-таки YouTube ресурс, мы не дозволяем какой-то там, знаете, прям максимальной пошлости, это не в наших интересах. Но если что-то такое будет, вы всегда знаете, что есть в описании там где-то сайте, где все без цензуры, все хорошо и все красиво. Так что, если что, смотрите в описании. Я тебе покажу еще кое-что. Ты оценишь, потому что говорят, очень красивая грудь. И мне очень интересно будет, как ты оценишь. Твоя грудь? Нет, мне сделали, но говорят, как натурально. Прям очень. Она уже собралась ему показывать, ребята. Я уже прям... Он должен был сразу попросить у нее фотки, когда она сказала: я вообще ню снимать. Он говорит: о, дай заценю. Ну, то есть она не просто так об этом говорит. Представила, как мы с тобой едем в Дубай где-то. Ой, ну все, потекла малая. Ты ездить умеешь? Ездить умею, но прав нет. Прав нет. Ну, у меня тоже, я в принципе, я с 12 катаюсь за рулем. И, в принципе, у меня нет проблем с ездой. Правда, иногда бывает с полицией проблемы, но, в принципе, папа, да, он как бы все решает. Ха, да ну что ты, ёлки-палки, перестай вообще, по херу. Если поэтому... Блять, какой же этот мир, сука, меркантильный, я в ахере просто. Ну сидит чувиха, нахуй, она понимает, что она на 10 лет старше его, то есть... Ему вообще 15, она вообще понимает, что, ну, это уголовная ответственность, это серьезно, ну, но ей вообще насрать, она за бабки готова сделать все, что угодно. Ну, слушай, все возможно, да. Правда, он у меня занятой, не знаю, вообще у него получится. Я с ним не часто вижусь. Ну, все расспрашивают про его отца, про бизнесы, откуда деньги, что такое. Ну, в принципе, все по стандарту. Но чем закончится ролик? И что будет происходить здесь? Как у тебя, кстати, с личной жизнью? Да, всякие ухажеры есть, но мне как-то это уже так все надоело. Я хочу чего-то яркого. Это эти бомжи, эти бедняки, они вообще не для меня, понимаешь? Я создана для красивой жизни. Ну, ты посмотри на меня, боже мой, ну... Я что, должна бесплатно давать? Ну... Но... какие-то же банальные рестораны, тогда я хочу эмоции, хочу чего-то такого экстремального. Я понимаю, понимаю. Я придумал, я назову эту рубрику, короче, «Жизнь по вызову». Охуенно, все, типа, отсылочка к сериалу будет, но в то же время такой кликбейтик. Чё? Мне же старые, не понимаю. Скучно, да, наверное, с ними? Да. Блин, слушай, ты мне так нравишься, прям не знаю. Блять! Ты не против, если я... Ну, слушай, это как-то... Не знаю. Я не хочу показаться девушкой легкого поведения. Нет, нет, конечно не хочешь, ну! Просто я так люблю вот тактильность какую-то, знаешь, вот это важно в психологии, когда люди соприкасаются, они испытывают какие-то эмоции, вот какая-то... Блять, вот, сука. Новое шоу, мне теперь нужно угадывать, постанова это или нет. Как вы думаете, постанова или нет? Слишком она уж прям начал откровенно все это делать. Быстро, так сказать. Но, зная реалии этого мира, я вообще не удивлюсь, если это правда. Ты психолог еще? По образованию, да. Дипломированная девочка. Хотела спросить, как эти. Мне вот там очень интересно. Ну, все говорят... Буквально здесь минут 10. Воу, подожди, слушай, ты очень сильно как-то спешишь. Я вам скажу, что я верю в это, потому что
история жизни очень быстрая такая. Как-то тоже договорился с девушкой в Тиндере, условно говоря, сразу она меня пригласила к себе, такой, да, вообще без проблем, да. Вот, приезжаю, и что-то мы сидим, пьем винишко, там, общаемся. Я что-то отворачиваюсь резко, она такая, о, хочешь тебе грудь покажу, бэх, на, оцени. Я такая, вахуй просто, ну, типа, я не ожидал, типа, минут 30 просто прошло. Так что, вот эта ситуация меня вообще никак не удивляет. Я к такому вообще не готов. Прости, я не говорю, что я смущала, я просто девушка дискомплекса, я просто еще люблю эстетика, мне кажется, это классно. Да, смотри. Сидеть без просто голой, ебать, как эстетично. Как тебе, кстати, картины? Слушай, интересно. Буквально минут 10, и она уже хотела оголить свои... Это охренеть. Я даже не понимаю, что это, но вот та очень прикольная. Ну, давай посмотрим. Это у меня, получается, неделю назад папа из Парижа приехал и на какой-то выставке очень... В общем, она дорогая, да? Ну, каждая по 1000 евро, там, может, чуть больше, что-то в этом районе. Ой, продешевил, мог бы сказать по десятке хотя бы, ну, серьезно, по 1000 евро, сказал бы десятка, да ей на хе насрать, она слышит слово деньги, и все, у нее в ушах только звон монет. Особо. Прикольно, да, я в картинах особо не разбираюсь. Я сказал Данилу, что сегодня там сын богатого папы, и просто выдумывай все, что тебе выдумывается. Да, кстати, как тебе вообще квартира, посмотри, вот, можешь... Ну, я же уже скромненькая, я думаю, что будет что-то поярче. Ну, поярче. Неплохо, неплохо. Если ты говоришь, что это одна из... Ну, одна из, да, ты мне квартира. Блять, вот что с носками у тебя, пацан, а? Ёлки-палки, чё другого, ничего не было? Да снял бы хотя бы, нахер они тебе нужны? Да, может быть, одна из. Может, тебя что-то ещё интересует? Да, слушай, я особо... Знаешь, люблю жить вот в кайф. Свое удовольствие. Особо таким я чем-то не занимаюсь, знаешь. Поэтому люблю жить в кайф, люблю путешествовать. Дубай очень люблю. Ну, ты интересная, да, прикольная. Интересная, прикольная, да ёлки-палки, оцени ее фигурку, молодой человечек. Да. Поэтому так, люблю путешествовать много. Знаешь. Ты, кстати, в каких странах была вообще? Я была в Эстонии, была в Испании, в Германии. Ну, у меня когда съемки были, то я путешествовала. Ты путешествовала, да? А так, чтобы куда-то отдохнуть? Испания. И, казалось бы, всего лишь поставили пару фотографий таких, да, харизматичных в его профиле, и все, все работает. Хочешь, я могу тебя пофоткать возле картин, если хочешь, ты на твой телефончик. Ты прям читаешь мои мысли. Я думала, сейчас совместно сделать. Посмотрим, давай. В принципе, муж. Есть. Бля, ну она прям, я вижу, что она какой-то моделькой работает. Позы максимально откровенные. Я думаю, она бы с радостью сейчас просто скинула бы себя все и бросилась бы на этого мальчика. Прикольные фотки выходят. Я же, наверное, не могу такие фотографии вставлять. Или могу, я не знаю. Опять же, все самое горячее будет в моем телеграм-канале, так что подписывайтесь, ссылка будет в описании, все без цензуры. Да. А можно сделать совместно? Ну давай, в принципе. Я бы хотела, знаешь, как селфи. Какое? Чтобы я так внимательно на тебя села. Не знаю. Блять, он прям стесняется, Ёлки-палки, просто, блять, что происходит? Какие я скучные до этого шоу смотрел. Вот она реальность, реальность какова. Просто говоришь девчонке, что у тебя есть бабки и все, ей вообще насрать. Хоть ты в третьем классе, она готова делать все, что угодно. Как там? Вот напишите в комментариях, вот что бы вы делали в данный момент, будь на его месте. Вот мне будет очень интересно прочитать. А тут нехер делать. Я думаю, был бы он постарше, он бы ее уже разваливал, потому что она уже готова была снимать лифчик минут 10 назад. Серьезно, я бы сейчас, во-первых, предложил бы, давай ты че, давай без лифчика сфоткаемся, это ж твой телефон, ёлки-палки, ну. Комментарии. Спасибо. Ты весь прям такой скромный. Ну, есть такое немножко, да.
Ну, я думаю, у тебя много девушек было, но... Да не, ну не особо, мне всего лишь 15, я только начинаю. Еще раз акцентирует внимание на том, что ему 15. Ну да, у меня... В основном все инфо-цыгане, они фоткаются возле крутых тачек, возле крутых машин, люди им верят и дают деньги. Тут то же самое, девочка поверила, что он богатый, пришла к нему в гости в надежде, наверное, что-то еще срубить. А там посмотрим, может быть, я и ошибаюсь. Люблю реально жить в свой кайф, с друзьями, знаешь, погонять на тачках вечером, в рестораны. Такая. Путешествие, не забудь я сказать. Я в зоне зал хожу, я люблю, зал. Чтобы тело было, да, подкачано, такая попа была. Хочешь, можешь меня потрогать даже немножко, какие мышцы. Угу, да, круто. Не хорошо, хочешь, не так полежу на тебе? Да. Ему даже делать ничего не приходится. Ёлки-палки, ну это просто кайф. Может, как-то ты по-другому сядешь? Бля, он прям ее на место ставит, ни хрена себе. Кто тут кого соблазняет, вообще не понимаю. Блин, ну мне так хочется, как-то не знаю, где я поближе. Понимаю. Ты прям так вот уходишь. Ух, жарко. Жарко, да? Жарковато, да. Со мной так. Наверное, да. Кондиционер не спасает. Такой урон особо, да, она, ну, не может нанести нашему парню. Ну, я за него вообще не переживаю. Я, наоборот, смотрю с улыбкой и думаю, офигеть, сейчас он, что он сейчас испытывает в этот момент, да? Как бы моя внешность, она не соответствует моей душе романтической. Я люблю эту всю романтику. О, втирает, заливает, заливает, заливает. Сладенько так уже, конечно. У меня еще такого не было. Ты ну, конечно, все лишь 15 лет. Я думала, серьезные отношения были. Были уже, да? Не, я думала, А, ну, там девочка еще была младше, поэтому... А, блин. Нахат, поэтому... Слушай, такого у меня... вообще не было. Да, вообще. У меня такого, да. Вау, я... То есть он ей сказал, что у него секс не было ни разу? Опачки, это вызов, это очень интересно, так? Сколько в шоке, я думаю, ты на опыте. Да, нет, нет. Без него. Блин, слушай, поэтому я хотела вот быть твоим проводником. Проводником, ну, слушай, ты как-то все так торопишь, не знаю. Не знаю, мне просто нравится, нравится твоя жизнь. Мы, знаешь, как-то на одной волне прям, ты мне нравишься, и мы совпадаем, потому что мы хотим кайфовать. Ну, конечно, я не буду настаивать, но я думаю, у нас все получится. Блядь, это просто разъеб. В общем, происходит, почему я сюда пришла? Неужели ты такой малолетний? Почему я здесь нахожусь? То есть, да, у меня в голове сейчас промелькнуло. Быть может, после этих слов она наоборот сейчас отдалится и уйдет. Не, мужик, она никуда не уйдет. Смотри, она уже готова наброситься на него. Ну, очень редко, я же говорил уже. Мы с ним редко видимся, он постоянно в делах. Мы больше так на созвоне, знаешь. Тебе не хватает. Ну, видимся. Ну, я не скажу, чтобы не хватает, но на выходных там видимся. Ну, не часто, потому что у папы много работы. Работает, зарабатывает, чтобы я мог жить в кайф. Поэтому так. Слушай, у вас такой большой зал, я думала, знаешь, папа представляешь, что папа приходит. Тут стол переговоров. Да, кстати, здесь был раньше стол, но мы его убрали. Тут тоже, знаете, очень важна еще импровизация для актера, чтобы он не молчал, когда ему задают какие-то характерные вопросы об отце, которого, да, собственно, он играет и так далее. То есть Данил, в принципе, молодец, он справляется с этим. Да, удобные диваны мама, кстати, выбирала. Классно. Расскажи мне, какая твоя тачка, на какой ты чаще катаешься? Ну, если я где-то путешествую, обычно, ну, просто снимаем. Ламборджини, конечно же, но ведь других не знают, потому что Порше еще скажет. В Дубае вот катались на Ламборгини и Феррари, там какую-то, не помню какая. Тупо вот. А если это дома, то я уберу у папы, потому что, ну, у меня своя машина ни к чему, у папы большой, в принципе, автопарк. Я у него люблю брать, там, у него есть Бентли и Мерс там. Все, теперь Данил может быть каким-то инфо-цыганом, уже разговаривает очень хорошо, то есть что-то продавать он уже может. Да, есть такое. Бля, я думал, это будет скучно, а это не скучно ни хрена. Блин. В Париже тоже недавно был, поехал, отдохнул недельку, попутешествовал. Да, да, круассанчик, знаешь. Я уже тоже не... А, ну она его максимально пытается окрутить. Я думаю, может быть, он тоже играть до 15-летнего, то по бороду сбрить. Полгода назад был еще в Монако.
тоже слушаю очень круто. Жарко так там, знаешь, я люблю пляжи, знаешь, бассейны. Путешествовать. Да, 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 да. До 15 лет у тебя прям уже такая насыщенная жизнь. Да. Очень насыщенная у него лет для 15 лет. Я вот сам слушаю, прям в шоке. Ну, слушай, знаешь, иногда бывает такой момент, что все надоело и хочется чего-то нового, а вроде бы уже и все попробовал. Иногда скучно, но что поделать? Поэтому нужна девочка, с которой получать эмоции. Возможно, да. Расстрелять их, да. Возможно, возможно. Я... А ты бы своей девушке подарил машину? Ну, да, чего нет. Мразота, такая меркантильная сука, а? Конечно. Если бы у нас что-то было с ней серьезное, то почему бы и нет? Многие в комментариях, конечно, будут писать, я уверен. Я хочу быть на месте Данила, потому что у него реально кайфовая сейчас роль по факту. Я тоже хочу. Я тоже хочу, вот именно, оператор, я полностью с тобой согласен. Вот даже Лёха хочет быть на месте Данила. Это лучше, чем стоять с камерой. Вообще жарко, наверное, мастера надо будет вызывать, кондиционер вообще не охлаждает комнату, да. Фух, жара. Если бы шортики сняла, мне просто как-то так удавит, хочется же как-то, знаешь, по-домашнему. Ну, слушай, что происходит, я не знаю. Да раздеться хочет мужик, вот что происходит. Почему вы ее останавливаете? Я понять не могу. Шорты, то она будет смущать абсолютно всех, в том числе и нас. Разрешаешь, что разрешаешь? Да. Подожди, что? Она серьезно... Данила, нахуй у него сейчас, блядь, вот такая, просто нахуй, кувалда встала. Я не знаю, как он держится до сих пор, ну. Что тут вообще происходит, ребят? Слушай, давай не сейчас, это все как-то быстро. Я думаю, у него типа установка такая, да, типа максимально растянуть время, чтобы она его не отдалась, потому что она готова уже была ему делать грязные вещи уже первые 10 минут, когда услышала, что у него там, блядь, жизнь дорогая, батя дохера зарабатывает, у него миллион квартир, и он катается на Ламборгини. Ты прям... Правда, очень жарко, видишь, у меня выступка на косе, типа, вот... Слушай, я думаю, что... Ну, типа, можно я просто так вот приспущу, вот, вот так, да? А, ладно, окей. Просто вот, знаешь, как это такое... Я просто смотрю сейчас соблазнение не пацана, он ему максимально... А просто приехала баба, которая повелась на бабки и хочет откусить кусочек этого вкусного пирожка. И пытается максимально соблазнить его. И ей насрать, сколько ему лет. Я понял. Быстро сливаюсь. Быстро. Вот уже что ли выходить, потому что, ну... Шорты уже почти снялись. Не, рано еще, мужик. Я тоже с тобой, слушай, да, комфортно. А что финал? Вот они выйдут, и что? Что, они ее начнут, типа, ай-яй-яй, так нехорошо, ему же всего 15, что ты хотела, ты что, мразь? Общение такое насыщенное у нас получилось. Да, мы в переписке, в принципе, уже сразу поймали вайб. Ну, я сразу понял, что ты прям очень хороший человек, это очень важно. Да, спасибо. А в жизни ты веселился, оказывается. Спасибо тебе большое. Ты тоже очень яркая такая, знаешь. Я могу казаться, знаешь, такое какое-то легкодоступное или что-то еще, но нет. Я люблю возможности, люблю эту роскошь, но я и сама чего-то люблю достигать. Ну и, конечно же, без чьей-то помощи ты в этой жизни ничего не добьешься. Ну так? Да, самому иногда очень. Ну она хотя бы не скрывает, она прям откровенно говорит, я с тобой ради денег, мужик. Сложно, знаешь, да. Если тебя кто-то подтолкнет в чем-то, уже будет намного проще. Тем более, когда это в любви, если это любимый человек, и вы вместе уже что-то делаете, ну... тогда поэтому это у нас есть шанс. Да, конечно. Она не хочет показаться легкодоступной, это точно. Вот я смотрю, и вообще нет впечатления, что она легкодоступная. Слушай, я все-таки не могу. Слушай, может... Шалость, ну, может, как-то... Ребята, тут такие кадры. А все-таки достигла своего, блядь! Пацан, держись, держись! В принципе, она как будто бы на пляже, в бодике. Давно такие татуировки пьешь?
Блин, конечно, да. Даже не знаю. У пацана прям глаза загорелись, ему нравится. В таком виде все это без цензуры, кайфуха. Ну, татуировок у нее много на теле, как мы можем обратить внимание. Сейчас у нас открылось больше татуировок, чем было до этого. Да, по правилам Ютуба, конечно, мы не можем все публиковать тут, но на Бусти все уже есть. Также будут эксклюзивные моменты, в том числе пикантные, которые вышли в моем телеграм-канале. Прошу всех вас на него подписаться и дополнительно добавляю вам мотивации. Среди всех, кто подпишется, я разыграю там 10 тысяч. Подпишись, там интересно. Оу, стой, ты че? Ну, пожалуйста, это просто для фото. Да нет, это уже, слушай, это уже какой-то перебор. Да, кстати, он же понимает, что типа вот за эту хуйню его вот эта девочка может нормально так присесть. Просто одна фотка. Она сняла лифчик, ребят. Не, слушай, может как-то... Я не хочу показаться легкодоступной. Это из разряда «я не такая, я так никогда не поступаю». Яна уже дома у тебя и рука у нее в трусах тоже у тебя, соответственно. Не нужно? Ах, да выходи чё? Уже, ёлки-палки, сейчас посадят бабу эту. Да, это. Все готово. Вот нам уже по факту выходить нужно. То есть мы видим, что девочка максимально без комплекса. Просто возле себя, жалко, что это не на наш телефон делается, конечно. Я бы вам сейчас уже показал, вы знаете, на экране. Да, ребята, натворила полнейший разврат, и, увы, по правилам Ютуба, конечно, не могу вам все показать. Мало того, даже в свой телеграм-канал я не могу залить полностью все эти фрагменты без цензуры, потому что просто забанят. Но я хочу всем вам напомнить, что у меня есть аккаунт на платформе Boosty. В описании. Ролик от начала до конца полностью без цензуры. То есть все ее предыдущие ролики, которые были также без цензуры, они станут вам доступны. Так что, ребята, поддержите канал, поддержите нас, поддержите формат, останетесь довольны. Ладно, ребята, я думаю, стоит... снимать эти наушники, брать телефон. Может, я выходить их все-таки как-то торопишь. Привет, собственно. Опачки! Так, хочу реакцию посмотреть. Смотри, пожалуйста, не пугайся, пожалуйста. Смотри, ситуация в том, что мы блогеры, и это вот наш актер, собственно, просто снимали происходящее, что здесь происходит, и ничего не подумай, смотри, просто у нас это парень. Можешь, пожалуйста, одеться? Пожалуйста, можешь одеться? Смотри, вот шортики, наверное, твои. Можешь, пожалуйста, одеться? Пожалуйста, оденься. Смотри, мы просто снимали тебя на видео, здесь есть рассыканный маленький видео. Вот так вот, чувих, собирайся и уёбывай побыстрее. Камера по всей квартире, и мы... Не-не-не, там немножечко другое слово, не розыгрыш. Ну мы чуть-чуть приукрасили вот эти вот все фотографии, там, знаешь, там, возле дорогих машин, там, Дубаев, мы просто отфотошопили. Смотри, смотри, просто можно пару вопросов? Чем, ну, почему ты решила сюда вообще прийти? Да, и она тебе ответит, я, блядь, надеялась, нахуй, что немного бабла срублю. Так он ты думал, что она тебе ответит? Мы успевали, просто можешь там три слова буквально, чем ты здесь? Я не хочу даже ничего сказать, мне понравился мальчик, все, мне просто ничего не хочу. А почему ты решила, собственно, его как бы вызвать? Он закрыл дверь и не пускает ее? Не, я не понял. Да, он меня пригласил домой, все, больше ничего не хочу говорить. А ты вообще так приходила раньше кому-то или как? Ну, нет, типа... меня больше нет. Просто смотри, мы, конечно, понимаем тебя, что нет силы, ты никогда не брала. Вот. Жестко, он закрыл дверь, блядь, она теперь не убежит. Это хорошо. И... Откройте мне двери. Ну просто смотри. А я не хочу ни о чем говорить. Просто интересно понять вообще, почему ты решила к нему прийти и вот так вот там повзаимодействовать. Хочешь, чтобы она тебе сказала, что она шлюха? Объясни мне, пожалуйста. Больше все, просто я не один вопрос, и все. Выпустите. Правда. Вы что, хотите, чтобы полицию вызвать? Я буду сейчас звонить. Да нет, подожди, просто мы хотим понять, я что... Я не хочу, ничего объяснять. Я понял тебя, то есть ты не настроен на разговор, нет, правда? Нет, вообще. Смотри, ну так это вообще... Нравится. Какой вообще был план, просто хочется понять. Я ничего не обучаюсь. План был. Ублюдок. Блин, ребята, я вот сейчас стоял, и я действительно не понимал, что мне ей говорить. Типа, я вел, типа, ну, может быть, поговоришь. Но она реально ничего такого, ну, то есть она не сделала ничего тактильного. Она тебя не трогала, не залазила, она просто... Залазила. И, блядь, если бы он ее не отпихивал, она бы уже ему, как говорится, делала глубокую глотку, ну.
разделась, да, объективно? Ну, разделась, девочка. Захотелось ей подышать свежим воздухом в нашей квартире. Тебе вообще было жестко, я смотрел, просто да, я не знал. Я вообще офигел. Как, что ты чувствовал? Расскажи, вот сотни тысяч человек смотрят и думают, что он... Девушка реально красивая, знаешь, сделанная грудь, татуировки, такая очень интересная внешность. Но я вообще потерялся, когда он начал, знаешь, раздеваться. У меня вот такие вот глаза, я уже не знал, что ей говорить, что ей рассказывать. Когда говоришь, что ты путешествовать любишь, вот и все. На ютубе, конечно же, все с цензурой, но без цензуры, все будет по ссылочке в описании. Вы сами знаете, я уже все вам рассказал. Переходите туда, там самый сок, там... Стоит того, скажи? Да, это стоит того. Это да, стоит того, чтобы вы перешли и посмотрели. Ребята, в общем, напишите в комментариях, как нам поступать, как, что мне им говорить, когда я выбегаю, потому что я реально стоял и не знал, что делать. В общем, пишите ваши комментарии, ставьте лайки, давайте здесь наберем 35 тысяч лайков, и мы... Ну что же, на этом все. Я просто в ахере, просто в ахере. Я, конечно же, понимаю, что в мире этого навалом, но когда ты вот это все видишь вживую, да, то просто... В ахере. Вот нет слов просто. Пишите ваше мнение в комментариях. Ну а с вами был Мамберс. Пока.